Приветствую всех из Одессы. Сегодня 18 апреля 2023 года. Вот такая обстановка сегодня в Аркадии у моря. Очень много людей гуляет. Море сегодня успокоилось. Вчера мы были с вами на этом же пляже. Море было буйное, грязное такое, с водорослями, очень сильные волны были. А сегодня, посмотрите, какая красота. Море чистенькое, спокойное. Ну, волны есть немножко у берега. Тут когда так меняется берег постоянно, обычно вот эта вот вышка, она стоит не в воде, сухо, и вот там он есть пандус, там тоже, то есть с него можно было спуститься спокойно, и там еще и метра два пройти, чтобы к морю прикоснуться, до самой воды. А сейчас и пандус в воде, и все в воде, видите? Не знаю, что так резко меняется. Вот, а там возле редлайна, наоборот, немножко вода отступила, можно пройтись. Это бывает прям впритык аж до редлайна. Короче, странно.